отказаться от этого передумали. Вы же сказали, подожди. Как быть с действиями, которые незаконны? Так вы же не понимаете, что вы совершаете преступление? Ну, вам все равно, что вы нарушаете, что человек заплатит 192 тысячи за квартиру и никогда в жизни в этой квартире не сможет жить, потому что в ней живет адвокат. Это же он купит, не я. Так это... А, это просто он купит, не вы? Ого! Вам не стыдно? Я звезда Ютуба скоро буду сидеть, уважаемые адвокаты. 100%. Все может быть. У меня только на Фейсбуке по 4000 просмотров на одном видео. Давайте зарабатывать. За день. Не, мы, так сказать... Так как нам быть? Вы же не хотите с нами в кабинете. Сказали, подождите. Сказали, подождите, теперь не ждите. Ну что? Подождали. Теперь я вышел. Все, я вышел. Уйдите все. Идите все. Еще раз, идите все. Там уже разберемся, что нам делать. А что вам так страшно? Не страшно. Что же вы не это? Вы же сказали, попасть. Ну зачем? Почему вы не хотите пресечь совершение преступления в отношении граждан Украины? Вы же государственный служащий. Вы говорите, вам все равно не я куплю эту квартиру. Там, ну, как-то, блин, ну, мы же вроде выходи просто за вот это. Там мы не погадаем, вы же сказали подождать. Мы не подождали. Мы ждем. Мы ждем. Все, я уже вышел, не надо уже все. Чего, Лена? Что вы это с цирком занимаетесь? Чего вы, мы цирком? Вы же сказали, мы просим вас, как государственного служащего, пресечь совершение уголовного правонарушения. Что ж мы, а что нам делать? Мы можем в рамках закона только действовать. Вы не хотите, отворачиваетесь. Как вам не стыдно?